Початок 19-го стагоддзя у Заходней Европе был надзвычай напруженным. Наполеоновской Франции, что овладывала одной державой за другой, супротстояли объединенные силы России, Руссии и Австрии. Великая война была непозбежна, и ахвярой у ёй повинны были стать наши земли. Еще в конце 1811 года император Александр I сконцентровал великие силы на территории былого Великого князства Литовского. Утримание войска стало обязанностью местного населения. А проч этого, с наших земель было додатково набрано около 15 тысяч рекрутов. Российские генералы чекали только загаду распочать поход. Однако французский император зробив свой ход першим. 24 червня 1812 года о 2 године ночи войско Наполеона распочало переход праз Нёман. Переправа 220 тысяч жаўнераў заняла 4 дни. Перед початком новой кампании Наполеон звернулся до своих войсков со зворотом, у яким он подкресливал, что распочиная другую польскую войну, деле обновления Речи Посполитой у межах 1772 года. Колькосно меньшие российские войски почали отступление, спешно вывозячи запасы харчевания, зброю и фуражу. Специальные отделы рассылались по вёсках, конфискуючи у цивильного населения збожжа и коней. Шлях отходу российского войска на усход перетворался у спустошенный край. Царские армии досягнули поспеху только в нескольких локальных битвах на початку войны, але не маючи магчимости злучиться, хутка отходили на всход, выкористовуючи тактику выпаленной земли. А, до прикладу, после перемоги российцев под Кобрином у городе 630 домов целыми застались только 82. Большая частка шляхты наших землев с энтузиазмом витала приход французов. У Наполеоне бачили надею обновления незалежности и выгнания российских оккупантов. Чекали Бонапарта и селяне. Многие чули, что в створенном князстве Варшавским французский император отменил пригонное право. А цікаво, что у Могилеве Наполеону присягнул православный епископ Варлаам. Это свечило, что Бонапарта, как вызволителя, сустракали не только католицкие колы на былых землях Великого князства Литовского, але литвинский патриотизм, как и ранее на протягу стагоддзяў, демонстрировали люди разных веровызнанняў, которые, тем не менее, связывали с Наполеоном спадзяванні на обновление своей айчыны. Вядома, что еще до похода 1812 года Наполеон двойчы сустракался с Тадеушем Костюшком, переконываючи его выступить на своем боку. Однако Костюшка отмовился. Отмовился, видать тому, что разумел, императору мало справов до незалежности Речи Посполитой. Ягоная мета – набрать як мага больш польских да белорусских жаўнераў. Тем не меньше, в многих городах былого Великого князства Литовского отделы Бонапарта сустракали с урочистостями, и многие белорусские шляхтичи доброохотно записывались у французского войска. У Городенском повете вышла навод отмысловая одозва.
час збавення прийшов. Прийшли наші збавителі. А як сустракали Наполеона у наших краях, свідчать криниці, у Городні його брат Жером навіть затримався на некілька днів на балях з паненками, купався в ваннах шампанським і чим посприяв російцям. За цей час російці поспіли одорватися від його, виконати важний одиходний манєвр. Зрозуміло, що французький імператор імкнувся використати настрої білоруської шляхти на свою користь. Однак на узнавлення Речі Посполітої у ранніших межах Наполеон не пішов. Замість гэтага неўзабаве было абвешчана пра стварэнне на нашых землях дзвюх дзяржаваў. Першае, Вялікае княства Літоўскае, мела сталіцай Вільню і ўключала ў сябе Віленскую, Гарадзенскую, Менскую губерні да Беластоцкую вобласць. Другая, Беларусь, з цэнтрам у Магілёве, ахоплівала землі Прыдняпроўя і Прыдзвіння. Ход подеев показал, что Наполеон трактовал отраджение польской державы, герцогство Варшавское, и Великое князство Литовское чисто инструментально. И он выкористовывал патриотичный настрой шляхты, мещанов, людей самого разного стану для достижения своей меты. Его мета – жаунеры. Ему потребовалось гарматное мясо. И так сталося. Шляхта – люди, які керували в этих країнах на місцевому узровні, організували велізне войско і поставили його в армію Наполеона, вернулися оттуль немногие. Негледзячи на відавочність буферного статусу держави Білорусь, большая шляхти верила у одновлення незалежності нашої айчини. І невідомо, як яно б отрималося, коли б Наполеону Бонапарту протягувала сприять удача. Але подеяния в забаве почали разгортываться зусим по-иншему.